Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас в студии травы различные. Душица, тимьян, и соп лекарственный, и котовник, кентавр. Это очень красивые. Что-то можно в чай, что-то как специи, что-то для бани, как котовник использую, как арома, скажем, терапию. Вот. Был у меня опыт посадки в открытый грунт сразу. Не самый лучший опыт. Плохой всход. Точнее сказать, вообще всхода не было. И я начал сажать в горшочках. И это гораздо лучше и эффективнее. Начинаем с исоп лекарственный. Исоп. Вот. Семена достаточно крупные, так что сажается все очень просто. Я предварительно увлажнил почву, потому что бывает, когда слишком мелкие семена, они разлетаются, когда ты их потом начинаешь пшикать. А на увлажненную почву, скажем, их притягивает, и они уже не разлетаются. Это у нас тимьян. Достаточно мелкие семена, но это не так уж мелко. Вот. Я сажаю, скажем так, не жалея. Все на один вазон. Потом все это пойдет весной в грунт. Это очень красиво и декоративно, и польза есть. Так что все очень просто. Вот. Что еще рассказать про эти травы? Вот. Это у нас котовник, кентавр. Так что это для бани, так как у меня самое главное увлечение в жизни – это все-таки, наверное, баня. Я увлекаюсь различными травами, которые потом используются в бане как ароматерапия. И я буду каждый вот котовник, чтобы не забыть, какой сорт нравится, клеишь на вазончик и все запоминаешь, что, где и как. Так что будем ждать, как прорастет. Вот и душицу уже даже посадил, наклеил, забыл. Так что такие вот дела. Будем ждать, когда будут всходы. Всем спасибо и хороших всходов!